Наконец-то свершилось. Сегодня на площади перед Уфа-ареной состоялось торжественное открытие современной ледовой коробки, на которой смогут покататься все желающие. Конечно, график мероприятий на ближайшее время здесь уже расписан, но как только лед освобождается, тут будут рады видеть всех желающих. В рамках проведения матча звезд и благодаря нашим спонсорам удалось построить такую замечательную коробку, которая позволит детям, занимающимся непрофессиональным хоккеем, заниматься здесь практически весь день. То есть и это и детская хоккейная лига, и ночная лига может заниматься, студенческая лига сейчас открылась. То есть эта коробка будет в дальнейшем использоваться у нас в городе. Надеемся, что эти ребята, которые сегодня играют на улице, могут впоследствии попасть в нашу профессиональную школу. Ну, пожелаем им удачи и надеемся, что такие акции у нас будут ежегодно. Игравшие товарищеский матч за Кубок Деда Мороза юные хоккеисты были в восторге от идеального льда. Ничего удивительного в этом, впрочем, не было. За льдом здесь следят технические службы Уфа-арены, а поэтому качество ледовой площадки одно из лучших в городе. Больше же всех появлению коробки обрадовались местные мальчуганы и девчонки, которые уже поспешили опробовать здешний лед. Очень приятно даже кататься здесь, потому что приятный такой гладкий лед, хорошо передвигаться. Вот. Будете приходить сюда в последующем? Конечно, мне это понравилось. В полноценном режиме коробка начинает функционировать с завтрашнего дня, поэтому, думается, свободного льда здесь совершенно точно не будет. Хоккей в республике продолжает оставаться видом спорта номер один. А появление таких коробок только способствует увеличению количества юных спортсменов. Возможно, именно на этой ледовой площадке и начнет свой путь будущая звездочка мирового хоккея. Эдуард Хизбуллин, Константин Данилов, хоккейный клуб «Салават Юлаев».